А сам, кроме батла, пользуешься чем-то? Куда? Я еще пользуюсь. Вот командирская камера, понял, чтобы видеть. Куда? Направляться, куда стрелять, ну, короче. А больше тут из полезного толком-то ничего и нету. У меня стоят там в ангаре, понял? Ну, допустим, там менеджер реплеев стоит, просмотр попаданий. Но это для контента, для того, чтобы контент делать, понимаешь? А игровые, ну, все, в принципе. Что тут еще нужно? По факту-то. По факту больше ничего особого и не нужно. Так, ну, конечно же, без ЛТ-шный бой, кстати. Мистер Кошарик, фаворит, привет, как тебе М44 и М41? Никак, вообще, очень плохие арты сейчас. Ну, понятно. Чтоб в камень-то не всадить, да? Камень же, это нормальная тема. Бородатый, командирская камера и уголки, вот два самых, ну, уголки, да, да, кстати, уголки же еще, да. Командирка, батл и уголки, ну, да, в принципе, больше вообще ничего не надо. Это и так, типа, много на много даже. Ладно, хотел блендануть. Ну, теперь назад. Назад. Куда ты вперед едешь? А куда он поехал-то? Ладно, пусть идет в пень. Я намерился сюда, надо было сразу и кидать дальше. Опять в камень. Притяжение. Александр Ильич, всем привет. Классный бой на левше был. Как раз включил. Ну да, это здорово. Хорошо. Так, гора наконец-то у нас подрентгенилась. 15 секунд, сейчас будем сюда работать. Пока 3 выстрела, все в помой. Или 2 я сделал, 2, по-моему. Все в помойку улетели. Так, кого тут будем первого лупашить? Этого, того. Ясно, ясно, значит, этого. Значит, этого. Если бы я знал, что они там съедутся сейчас втроем, конечно бы я в троих бы кидал бы. Но откуда я такое предвидеть мог? Хорошо, фаша уже сбрили, кстати. Единственное, плоховато у нас с вот этим делом, да, ну надо бить. Вот как-то так хотя бы. Этот и так подставляется просто. А, этот мою оглушку сбросил. А, это покемоны, ну. Вместе с чурмандерами. Я офигеваю. А кто ж ему на 500-то всандалил? Вот этот, БЗ. На самом деле мы как бы гору проиграли довольно-таки плохо. Мы потеряли 10-ку при этом, да? А забрали всего лишь 9-ки. И минус 3 танка. Ну, такое себе удовольствие. Где могла уехать, ребята, ТВПшка, которая уехала и не светится? А ее важно добрать бы. Все-таки барабан на 4 снаряда. Вот где здесь низинка такая, чтобы она там могла стоять, понимаете? Где? Куда она вообще уезжала? Может, сюда куда-то? Однозначно здесь стоят танки, понимаете, для засвета. Это 100%. К бабке он не ходи, видишь, что делается. На. Значит, сразу там деревеньки валят. Все мы это видим, все мы это наблюдаем. Вован, фаворит, а какой у тебя рекорд по фрагам на левше? 9. Вован. 9. Могу еще раз попробовать сюда же.
Нет, снова мимо. Видишь, этих пересвечивают. Кто-то стоит там в кустах и пересвечивает. Ой-ой-ой, ну как Удеса-то можно было? Да не, ребят, это так не играется. Во-первых, как можно было Удеса пересветить, понимаете, чтобы его убить? Во-вторых, и в-третьих. Гора немного бестолочи, потому что, ну, так не играется на самом деле. Ты постой, ты под камнем, дай же тебе... А как вам фотография на 850, а, ребят? Красиво? Я думаю, красиво. Я думаю, уже заслуживает лайкосика. Ха-ха. Классно. Встань, подожмись, МБТ. Вообще не вылазь там просто. Просто не вылазь. Будем глушить, оглушать. Как-нибудь там, я не знаю. Угу. И по крыше хотя бы давать. Ребята, ну постойте вы. Вы же должны понимать, что вас светят. Борщи, леопарды, ТВП-ха еще живая. Куда? Возможно, ТВП стоит там, где твоя ЛТ должна просвечивать перекатку. Понимаешь, это ж, ну, только гадание остается. Я что не... Ой, хорошо, сушка. Ой, подстраховала. И должен добить. Хорош просто. Лучший, лучший. Просто лучший. Здесь одна... А, это вот это он был, да, здесь этот намат? Мне кажется, он там не один. Мне кажется, там и борщ какой-нибудь будет стоять сейчас, понимаешь, на подсвете вот это. Гриша, Гришин, всем привет, удачи в боях. Лайкос... Прожал. Спасибо, Гриш, привет тебе тоже. Вот, ТВПшка откуда убила? Ну, хоть бы кто-то по карте кликнул, понимаете? Ага, вот, кто-то и кликнул. Вот отсюда, да? Хорошо. Мы же не гордые, мы кинем. Удеса вообще никак высветить не могли, если, только если он стрелять начал, понимаешь? Ну вот, видишь, я блайнданул в тот куст, нету его. Думаешь, он мог уехать и стать на место ЛТшки? Ну, я не знаю. Вряд ли он вниз спускался, мне кажется, он бы не уехал отсюда. Я могу кинуть блайнд, время еще есть, в принципе. Сюда. Стандартный, да? Нет, видите, не летит туда. Вот это вот способности коня, ребят, когда можно закидывать в самые эти, да? Здесь даже деревья не валенные, видите? А вот здесь валенные деревья. Вот здесь стоят архаровцы. Можно сюда спокойно блайндить. Тут может бабаха стоять, борщ стоять, кто угодно. Сюда можно вообще спокойно блайндить. Деревья повалили, значит. Блин, видите, ТВП-ху отпустили. Надо было все-таки ее не отпускать. Че, я пожалел об этом, конечно. Я об этом очень пожалел. А вот это дерево тоже заваленное, да? Или нет? Вообще не пойму с этого ракурса. Ой, леопардик поехал вниз. Ёшкин кот. Вот это плохо. Вот это очень плохо. Сейчас будем ловить его, ребят, вот здесь. Главное, чтобы он меня не засветил. Вот, он сейчас должен выкатиться. По идее, как. Для просвета. А иначе зачем он сюда приехал, правильно? Я бы его должен бы подловить. О, хитрец какой. Я, оказывается, здесь не особо беру, да?
А ведь можно же было, глянь, как же не полетело-то, как же косо полетело-то, а? Да почему? Да как вы не сдыхаете, фаза? Зачем ты там светишься вообще? Ведь можно было сейчас еще делать пробой и, в принципе, все красиво решать. Но если он забрался сюда, вот так вот. Давай попробуем. Прямое по заднице и не убил. Да ладно, блин. Прямое по заднице и не убил. Да не прикалывайтесь. Это ж от слова нереальное, невозможно. Вот теперь где он? Здесь он светился, я так понимаю, да, когда был? А вот теперь времени нету, ребят, уже. Все. Времечко исчезло. А леопард отсюда, кстати, переехал. По какой причине, кто знает. Мне кажется, потому что кто-то другой сюда подъехал. Вот там и затяжной бой, только ж толку нету. Понимаете? Ну, давай вот так, между двух кустов. Ха-ха! Между двух кустов, но попали в трупик. По чистой случайности. И леопарда никто не может высветить. И время тикает уже. И бабаха стоит. Где он есть? Смог он сюда в куст заехать или нет? А МБТ убил все-таки. А где? А, заблайндил. Вы представляете, он заехал все-таки. Ах ты ж покемон такой. Ну гоу, ребята, давайте вперед. Гоу. Вперед, отстрел, давай, время, 202 минуты времени, ты что, прикалываешься, что ли? Не знаю, там попал, не попал. Александр, я смотрю, зрители больше становятся с каждым днем. Ну, нравится, что видят. Потому что урона наношу хорошо, показываю, на каких позициях играть. Пробитие делаю стабильно. То есть есть чему поучиться. А вот и борщ тут стоял, оказывается. А почему никто в него не стреляет? Не попал. Борщ так и будет стоять или что? Бабаху убила М40. Она же не светилась. Это как вообще сейчас произошло? А где бабаха? А как? А, ёшкин кот, а? Ну, в борща-то я прямое дал. Отличный контент. Спасибо, Саш. Ну, гоу, кто там поживее? 75-ка, вперед! Ну, минута боя, ну, как, кому ты здоровье свое бережешь? Вперед, блин! Сушка, тоже вперед. Вон, киллан эти. Сейчас будем убивать всех тут. Вы уже должны были их отстреливать. Ё-моё. Баклозавры вы. Ну, я кину, конечно же. Меньше минуты. Вы не успеваете просто теперь убивать, понимаете? Бычата вы. Такие. Просто теперь не успевайте. Дождались. Вон ТВПшка была. Ну просто теперь не успеваете. Вот и все. Здесь нету его. Значит, с этой стороны. И 75-ка остановился. 30 секунд. Ёшкин кот. Где еще тип 57? Понимаете? 20 секунд.
Вот он. Десять секунд. Не дотянули, ребята, ничейка. Ай, бычата вы такие, ну. Не дотянули. К сожалению. Мистер Кошарик, я почему-то не смотрю твои видео. Сам не знаю почему, но стримы смотрю частенько. А ты посмотри. Видосы там просто шикарные, Кошарик. Блин, Саня, я прям выполнил оба, короче, этих, оба челленджа. Ну как, не оба, а оба условия выполнил. Не в одном, конечно, бою, как этот, но 4200 урона. Вот, сколько в борща залетело? 525. В бабаху я тоже блайнды давал, 217, видите? Это... В леопарда... А, я его пробил! Леопарда ПТА на 920. Это было второе пробитие, кстати. После сама. Сама на 900 практически, и этого тоже.